Здравствуйте, в студии Елена Кузовкина. И в ближайшие 20 минут о некоторых событиях дня смотрите в этом эфире. Куда смотрят власти Алейского района? Сижу вечером, где-то 5 часов, как загремело. Я двери открываю, двери не могу открыть, и даже двери завалило. Труженицы тыла на восстановление полуразрушенного дома выделили всего 8 тысяч рублей. Сегодня в крае деревьев стало на 1000 больше. Через год, как нам пообещали, эта сосна, если все с ней будет хорошо, вырастет примерно на 10 сантиметров. В регионе проходит акция «Лес Победы». Сегодня день радио. Еще меня называют барнаульским левитаном. За что радийщики любят свою работу. Из Барнаула в Шереметьево сегодня не смог вылететь самолет компании «Аэрофлот». После трагедии в московском аэропорту была закрыта одна из полос взлетно-посадочного поля. Сейчас Шереметьево пытается войти в привычный график работы. Тем не менее, не вылетел также сегодня и обратный рейс «Москва-Барнаул». Всего же отменено 46 рейсов, сообщает сайт авиаперевозчика. Напомним, 5 мая самолет марки «Суперджет-100» компании «Аэрофлот» взял курс на Мурманск, но после вылета запросил аварийную посадку. В момент приземления лайнер несколько раз ударился о покрытие, после чего загорелся. По официальным данным, погиб 41 человек, удалось выжить 37 пассажирам и членам экипажа. Следователям страны предстоит выяснить причины ЧП. Многие эксперты сходятся во мнении, что это была ошибка пилотов. А вот была ли ошибка в истории с продажей на торгах квартиры многодетной матери из Барнаула, которая задолжала за ипотеку банку, тоже пока вопрос. Юлия Батова продолжит бороться за свое жилье, которое уже продано. Судьи пошли навстречу женщине и назначили экспертизу. Анастасия Дороган продолжит. Живет в своей квартире, которая продана. Уже год у матери четырех детей Юлии Батовой подвешен жилищный вопрос. Начиналось все обычно. Взяла ипотеку, платила взносы, но в 2017-м допустила задолженность и ее попросили на выход. О том, что моя квартира продана, я узнала из записки в дверной скважине. Мы обратились сразу в пункт полиции, где встретились вот с Френигорой Анжеликой Владимировной и еще тремя представителями этой же торгующей компании, которая выставила мою квартиру на торги. Вот, где они мне пояснили, что ну все, квартира продана, прав ты никаких не имеешь, время на подачу апелляции нет, к адвокатам обращаться бесполезно. Но Юлия рискнула и, похоже, не прогадала. По мнению адвокатов, правда на ее стороне. Взять хотя бы факт, что женщина не получала уведомлений о досрочном возврате долга и передаче жилья на торги. Тем более в суде всплывают новые детали. Требование было отправлено не по адресу регистрации, который был очень хорошо известен Сбербанку, а было отправлено по адресу, где Батова Юлия Александровна была зарегистрирована всего 2 месяца. И вместо весенней улицы бумаги приходили на осеннюю. При этом уведомления о погашении кредита Юле направляли в 17-м и спустя год в 18-м, когда квартира уже была на торгах. Кстати, сегодня адвокаты добились решения о повторной экспертизе жилья. Они считают, что трехкомнатную квартиру отдали за бесценок – 1 800 000. Низкая цена и могла позволить оформить взыскание. Оно допустимо, если задолженность превышает 5% от всего залога. Если на сегодняшний день цена квартиры будет определена в 2 400 000 или еще больше, то в этом случае 5% барьер, который должен обязательно соблюдаться для того, чтобы обратить взыскание на заложенное имущество, он просто не будет соблюдаться. Экспертиза может затянуться на месяцы, но только после нее судьи назначат заключительное заседание. А пока Юля вместе с четырьмя детьми живет в своей формально и не своей фактически квартире. Сейчас не потерять ее Батовой помогает арест жилья. Анастасия Дороган, Николай Шелко. День с толком. Продолжим. Тысячи барнаульцев провели этот день на кладбище. Сегодня православные отмечают родительский день. Для верующих это особый праздник, в который принято вспоминать усопших, но при этом не предаваться скорби и грусти. Подробнее в сюжете Ирины Корчагиной. Сейчас только раннее утро, а Лосихинского кладбища уже собралась огромная пробка. Сотни людей пришли, чтобы почтить память усопших. Кстати, для барнаульцев сегодня была организована бесплатная доставка к местам захоронения. С 7 утра до 6 вечера ходят 58 автобусов и 17 вагонов электротранспорта. Сегодня на всех городских кладбищах торгуют прохладительными напитками, хозяйственными товарами, рассадой, продуктами питания. Например, за моей спиной торгуют колбасой. Хотя это еще ничего. В прошлом году мы видели, как прямо между могил жарят и продают шашлыки.
еще мало, только пить начали. А в запасе у вас сколько? 450 литров. Многие барнаульцы сегодня даже отпросились с работы, чтобы попасть на кладбище, прочитать молитву у могилы, убрать старую листву, обновить цветы. Кстати, церковь неоднозначно относится к еде, оставленной на могиле. Считается, что ее лучше отдать нищему или голодному. Но что точно не вызывает разногласий, так это тот факт, что верующие не должны забывать своих умерших родственников. Для тех, кто сегодня пришел на кладбище, родительский день – особый праздник. Я в этот день не стараюсь что-то делать, загружать себя какой-то работой. Вот, а всегда, каждый год я стараюсь в этот день быть у мамы. А я сейчас, видите, с костылем. Нога прооперированная, часть удалена стопы. Все равно иду. Это для меня святой день. Ирина Корчагина, Николай Шелко. День с толком. К другим темам. Сотни тысяч тонн круп, макарон, сыров, масел Алтайский край ежегодно продает за пределы региона. Самый крупный показатель – мука – 800 тысяч тонн. Объемы намерены увеличивать, рассказал журналистам начальник управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Александр Большаков. По целевым показателям объем экспорта продукции к 2024 году по нашему региональному проекту мы должны увеличить объем экспорта в 2,7 раза и достичь целевого показателя 501 миллион долларов. Чтобы вы поняли, насколько показатели должны вырасти, назовем лишь одну цифру. В 2017-м край продал сельхозпродукции на 185 миллионов долларов. Большаков обратил внимание, что выращивают и производят в регионе сейчас в разы больше. Между тем, потребление в пределах края не растет, а потому нет иного пути, кроме как наращивать объемы продаж за пределы региона. Цель не только Россия, но и ближнее зарубежье. Азиатские страны, бывшего СССР и, конечно, Китай. Поднебесная, емкий рынок и удобный с точки зрения доставки. Вот только увеличение экспорта требует не только внутренней работы в регионе, но и поддержки федерального центра. Я надеюсь, что эти федеральные и национальные проекты будут способствовать, на самом деле, правильно сказали, чтобы нас слышали и чтобы вырабатывались те реальные рычаги, которые помогали бы увеличивать экспорт. Потому что одной финансовой поддержки, которая есть сегодня, через компенсацию затрат на транспортировку, на самом деле ее мало. В нашем следующем сюжете речь тоже пойдет о затратах, правда, иного характера. 90-летняя труженица тыла из Алейского района живет в полуразрушенном доме. Месяц назад часть строения из-за ветхости обрушилась. Местная администрация выделила женщине 8 тысяч рублей и пообещала восстановить дом к 9 мая. Сделают ли чиновники подарок старушке, выясняла Валентина Аскерова. Пожрать нечего было. Пшенички пожарили, ели, вот как жили. Так Мария Николаевна Скорнякова вспоминает свою юность во времена Великой Отечественной. И в 15-летнем возрасте носила за руль трактора и пахала землю наравне с мужчинами. А сейчас живет на отшибе алтайского села Малахова в доме, который вот-вот разрушится. Вот в таком полуразрушенном доме вынуждена жить Мария Николаевна Скорнякова, труженица тыла, ветеран труда. Месяц назад в ее доме рухнула стена. На место приезжала администрация Алейского района, соцзащита. Они посмотрели дом, но аварийным его так и не признали. Одна половина стена упала, а потом вторая, наверное, через неделю. Я одна дома была, сижу вечером, где-то в 5 часов, как загремело. Я двери открываю, двери не могу открыть, и даже двери завалила. Напугались? Ну, а как не напугаешься? Пенсия женщины всего 17 тысяч рублей. Этого не хватит, чтобы вернуть дому прежний вид. А тут еще недавний пожар, который уничтожил весь запас дров. О том, в каких условиях живет бабушка, в соцсетях рассказала ее единственная родственница Любовь Скорнякова. Она также пожаловалась на бездействие местных властей, которые отказали в предоставлении нового жилья. А на восстановление дома выделили лишь копейки. Всю жизнь проищачила, работратила. 8 тысяч, сильно затолкали на туалетную бумагу. Такое бесчеловечное отношение вызвало отклик у жителей всего Алтайского края. Неравнодушные до сих пор перечисляют посильную помощь старушке. Уже набралось около 15 тысяч рублей. После общественного резонанса к делу подключилась межрайонная прокуратура, которая проверяет состояние дома пожилой женщины и контролирует его восстановление. Кстати, залатать трещины власти обещают в ближайшее время, к 9 мая. В каком состоянии сейчас дом? Вывалилась так называемая пятая стена, холодный коридор. У бабушки в доме, в самом доме тепло,
светло, уютно, как говорится. А на каком этапе сейчас восстановление стены? Работы начались. Я думаю, что 9 мая мы должны закончить их. Поставили подпорки, как бы вот видно, что, чтобы потолок не упал. Будем ломать стену. Фундамент надо армировать, усиливать фундамент, потом уже выставлять брус. Подарок на 9 мая успеете? Нет, на 9 никак. А пока строительные работы продолжаются, бабушка может оказаться под завалами в любой момент. Мария Николаевна рассказывает, что когда рухнула стена, сотрудники соцзащиты предложили оставить дом, в котором она прожила больше 50 лет, и перебраться в дом престарелых. Но старушка наотрез отказалась. С домом она срослась и расстаться с ним не может. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Тем временем в крае продолжается подготовка к 9 мая. К примеру, сегодня в Бобровском лесничестве прошла акция «Лес Победы». Почти на 1000 деревьев в регионе стало сразу больше. Школьники, чиновники, волонтеры, журналисты. Всего более 200 человек высадили несколько сотен молодых сосен. Свой вклад в озеленение родного края внес и наш корреспондент Илья Кочетков. Ему слово. Память можно увековечить по-разному. Можно воздвигнуть монумент или, как решили 5 лет назад российские общественники и экологи, высаживать деревья. Акцию назвали «Лес Победы», и с тех пор этот лес растет по всей стране. В Алтайском крае он прирастает по нескольку гектаров в год, в частности здесь, в Бобровском лесничестве. Эти саженцы, например, появились на краю старого леса ровно год назад. Мы видим плоды той работы, которая вот с 2014 года начиная, получается, все зелененько, все растет. Потому что, ну, как мы считаем, лесники – это от души. Потому что люди пришли, как говорится, не по какой-то воле, а по своей воле прийти и сделать памятное событие. Сегодня при поддержке Краевого министерства природных ресурсов участники акции превратили в молодой лес еще один гектар земли. Ствол Алексея состоит вертикально, смотрите. И потом надо притоптать ногами, чтобы не было воздушного мешка, так называемого. По замыслу организаторов, всего по стране в рамках акции должно появиться 27 миллионов саженцев по числу воинов, погибших во время Великой Отечественной. У меня есть дедушка, который погиб в войне. Это Куликов Алексей Гаврилович. Вот будем считать, что это данное дерево посажено в честь него. Итак, утрамбовываем, как учили лесники, и доливаем воду. Через год, как нам пообещали, эта сосна, если все с ней будет хорошо, вырастет примерно на 10 сантиметров. Через 10 лет примерно на метр. Через 20 на 2 метра. То есть это уже к тому времени будет полноценный сложившийся лес Победы. Впрочем, этот зеленый гектар не единственный победный лес в крае. Традиционно в ближайшие дни в рамках акции появятся новые посадки на горельниках, безлесых участках, а также в скверах и парках. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Она звучит и в парках, и в такси, и из радиоприемников. Сегодня в России, а также в постсоветском пространстве отмечают День радио. Дарья Эйдемиллер встретилась с нашими коллегами из сибирской медиагруппы, журналистами радиостанции «Комсомольская правда» Барнаул. Ей было интересно узнать, за что они любят свою работу. Сегодня праздник у наших коллег, радищиков. 124 года назад российский физик Александр Попов изобрел первый в мире радиоприемник. Спустя много лет это все еще один из самых популярных способов получения информации. Наши коллеги, журналисты радио «Комсомольская правда» Барнаул, сегодня рассказали нам, почему они не могут представить жизни без микрофона. Это самое интимное средство массовой информации. Говорят, что радио – это от души к душе идет информация. То есть не просто так какие-то буковки, какая-то красивая картинка, а есть только голос, есть только образ, который складывается за этим голосом. Когда первый раз слушаешь себя по радио, думаешь, блин, боже мой, это я, вот это я, выключите, быстро выключите это, вот, и больше никогда не включайте. Но чем дольше ты работаешь на радио, тем больше ты начинаешь любить себя, тем больше ты начинаешь любить свой голос и работать над собой. Это, наверное, самое важное. Вот в процессе этой работы над собой ты потом слушаешь себя уже через полгода, через год, и думаешь, блин, да, мне нравится, как я звучу. И вот в этом, наверное, определенный кайф. Радио
радио позволяет себя чувствовать живой, ты разговариваешь с людьми, ты вещаешь, и это настолько затягивает, особенно когда там картина дня или картина недели, и ты выходишь и в студии общаешься с человеком, которого ты, в принципе, не видишь, а зачастую это в прямом эфире, то, конечно, какая-то дрожь по телу пробегает, но это дает адреналин. У многих есть автомобили, и по дороге на работу, в тренажерный зал или еще куда-то, все включают радио, все слушают музыку, либо выпуск новостей, поэтому это будет актуально для людей. У нас ежедневные выпуски, выходят и программы, и новости. Новости выходят несколько раз в день, их рассказывают несколько корреспондентов, может и один корреспондент рассказывать, но работа ведется постоянно. На радио тебя никто не видит, тебя только все слышат. И твой голос, вот, мне говорят, что, ну, в смысле, меня не узнают, они думают, что тут какой-то мужик, которому лет 40, а мне гораздо меньше. Но все равно это клево. Вот, и еще меня называют барнаульским левитаном, это тоже классно. День радио – это праздник работников всех отраслей связи, ведь именно благодаря развитию радиосвязи образовалось наше современное информационное поле. И поэтому сегодня с праздником поздравляем мы не только наших коллег, радищиков и телевизионщиков, но также сотрудников почты, связистов и радиолюбителей. Дарья Демилер, Александр Антропов. День с толком. Такой хоккей нам нужен. Барнаульский «Алтай» меняет название и местоположение. Заодно тренерский штаб, цвета и форму. Это лишь малая часть глобальных изменений алтайского хоккея. Все подробности знает Кирилл Политов, который перед знаковой пресс-конференцией заехал и во дворец зрелища спорта, где идет реконструкция. Знакомьтесь, теперь это Титов-арена. Прежнее название «Дворец зрелища спорта» уже история. Реконструкция только набирает обороты. Сейчас рабочие, говоря профессиональным языком, раздели здание практически до каркаса. В ближайшее время обещают разобрать потолок весом около 120 тонн, который, по мнению спасателей региона, вызывал больше всего вопросов по противопожарной безопасности. Плюс у нас сегодня, кроме, если вы видите, демонтажа стульев, кресел, да, там по полю, если брать, очень устарела и пожарная сигнализация, и подача тепла, и воздуха. Это очень большие, скажем так, потери были. Поэтому мы сейчас это демонтируем и будем делать современный, технически современный дворец спорта. Титов-арена, рассказывают все те же строители, будет отвечать всем требованиям континентальной хоккейной лиги. Глобальных изменений масса. Так, вместимость с почти 4000 мест увеличится до 4,5, появится новый борт, современные сидения, местоположение сменят вип-ложи и раздевалки, установят современный свет и мультимедийный куб с видеоповторами. Мы для себя сроки поставили, чтобы открыть там, как мы уже заявляли ранее, первый международный турнир, который пройдет у нас в Алтайском крае по студентам. То есть это первая неделя октября. Забудьте о кассах, которые установлены на улице. Их снесут, перенесут в само здание, оборудуют парковку. Возможно, появится фонтан. Сам фасад тоже ждет изменений. Правда, пока их держат в секрете. Скорее всего, с лицевой стороны здания закрепят экран, где будут вести трансляции. Теперь же о самом зрелище. Название «Алтай» тоже уже часть истории. У клуба появится дополнительная приставка «Динамо». Вот только мнение болельщиков и историков здесь почему-то не учли. Решили в кулуарах. Ну а подождите, ну хорошо, в футболе есть «Динамо», есть «Динамо-М». Путаница, ну тоже частично путаница, ну и пусть. Новую страницу алтайского хоккея будет создавать Тройственный союз. Это представители Краевого министерства спорта, бизнеса и общества «Динамо». Последние, как известно, управляют одноименным футбольным клубом в Барнауле. За 50 лет под этим брендом команда лишь раз поднималась рангом выше. Откуда же с треском и вылетела обратно во вторую лигу. На очереди развитие хоккея. Именно на это нацелено как раз вот созданию вот на настоящем этапе вот этой некоммерческой организации, имеющей целью, прежде всего, сначала поднятие флагом основной команды, которая бы являлась флагманом для и студенческого хоккея, и для детско-юношеской спортивной школы. У команды «Динамо Алтай» обновят цвета, форму, талисман, заодно тренерский штаб. В роли главного тренера выступит Александр Усачев, который параллельно останется также в роли главного тренера студенческого клуба с точно таким же названием. Помогать ему будут известные в прошлом хоккеисты Юрий Десерт и Евгений Бакланов. Кресло директора займет бывший сотрудник Министерства спорта Руслан Чайкин. Мы потом еще соберем пресс-конференцию, презентуем новую форму и дизайн формы. Мы это видим на что-то такое более темное, да, то есть в таких тонах темно-синий, как бы «Динамо», но только вот более темные тона. Озвучили бюджет будущего клуба. Это 55 миллионов региональных поступлений и 20 из бизнеса. Задача быть в призерах. То, чего так долго ждали тысячи болельщиков, кажется, начинает сбываться. Осталось совсем немного. Осенью обновленный клуб в обновленной арене возьмет старт в новом сезоне.
Кирилл Политов, Андрей Печоркин. День с толком. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня на этом все новости. До встречи.